Сейчас, по-моему, третий день. Я вчера решил пораньше уснуть. Пораньше закончить день. Уснул в 6 часов где-то. Выпил одну таблетку, потом проснулся в 10 с чем-то. Потом выпил вторую. И уснул. Сейчас проснулся, сейчас 10 часов. То есть я проснулся раньше, чем вчера. Чем позавчера. И сон, просыпаешься выспавшимся, в общем. Ну, я просыпаюсь выспавшимся. Сны снятся там. Да. Сейчас я думаю закурить. Это как ритуал какой-то. Я сейчас выпил воды, большой стакан, который мне бросали тараканы гигантского, когда я работал дворником. Сейчас я... Там такие здоровые тараканы были. Я с ним, ну, фотографировал, наверное, где-то осталось, надо было выложить, я не знаю. Я его труп хранил на своей кабинке. Да, славное было время, когда я работал дворником. И было бы там все хорошо. Я бы и дальше работал бесконечно. У меня слишком сильное потоотделение и аномально сильное. Там такого не видели еще. Ну, как бы выше нормы, выше, чем в среднем. Поэтому я там потел ужасно. Вся одежда была мокрая. И, конечно же, просто на первом собеседовании в отдел